Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится телефон Infinix Note 12, и сейчас мы разберемся, как включить таймер в приложении камеры на данном устройстве. Итак, для начала мы переходим в саму камеру. Здесь мы нажимаем на настройки в левом верхнем углу, и здесь нажимаем на кнопку таймер. Здесь нам предлагают выбор, на какой период мы хотим включить таймер. На 3 секунды, на 5 или на 10. Включим на 3. Выходим отсюда. Делаем снимок. Видите, идет обратный отсчет и делается снимок. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!